Вопрос, вернее вопросы. Что такое архитектура программного обеспечения, каковы ее цели, основные принципы? Ответ. Я опять же воспользуюсь цитатой из книги Роберта Мартина «Clear Architecture», ну или «Чистая архитектура», и, собственно говоря, прочитаю прямо выписку, которая точно совпадает с моим мнением. Архитектура программной системы – это форма, которая придается системе и ее создателями. Эта форма образуется делением системы на компоненты, их организацией и определением способа взаимодействия между ними. Цель формы – упростить разработку, развертывание и сопровождение программной системы, содержащейся в ней. Главная стратегия такого упрощения в том, чтобы как можно дольше иметь как можно больше вариантов.